Лучшие товары региона отметят знаком качества, пятиугольником с красной буквой «К». Липецкая область и российская система качества заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили глава администрации Липецкой области Олег Королев и руководитель Роскачества Максим Протасов. На официальной церемонии присутствовали ведущие липецкие товаропроизводители. Система Роскачества создана по распоряжению правительства 3 года назад для независимого исследования и оценки качества товаров. Подтверждение стандартов – важнейшее преимущество конкурентоспособности для бизнеса. В вопросах системной проверки качества продуктов питания и товаров народного потребления мы уже работаем и будем работать в этом направлении с липецкими товарами, с товарами, которые поступают на рынок Липецкой области. И в вопросах продвижения лучших липецких товаров на федеральном уровне и федеральном рынке через инструмент присвоения государственного знака качества, максимальной поддержки для их продажи на федеральном рынке и на экспорт. Это нам дает сегодняшняя встреча слияние усилий. Президент страны, правительство Российской Федерации, поэтому и была учреждена такая структура, очень серьезно взялись за окончательное наведение порядка на том, чтобы продукция, потребляемая человеком, соответствовала вызовам времени, качеству, и нам отступать некуда. Вместе, полный период по той дорожной карте, которую мы сегодня обговорили.